Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Она выходит очень мелкими шагами, потому что у нее связаны ноги. Ноги связаны. Хорошо. Посмотрим, кто ей ноги связал. И над головой у нее, вернее, на голове колокол какой-то. Она вышла. Защищаемый физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Дарью в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Дарьи поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Дарью. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? У нее вот этот колокол на голове, он до подбородка закрывает ее. И если даже она головой хочет кивать, она ударяется в него. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует Дарью, отключая этот колокол на голове. 1, 2, 3. Полностью до 100% все чипы, датчики, все выходит, отключается. Колокол выходит из безболезненно из ее тонких тел и отправляется в клетку-тюрьму. Подним арахноиды кишат. Под колоколом. Хорошо. Арахноиды все летят в эту клетку, где колокол. Да, будет так, и так и есть. Готово. Хорошо, Влад, разрежь лазером веревки на ногах. Веревки отправляются в клетку-тюрьму. Есть. Хорошо, Дарья, так лучше? Вы меня слышите? Видите? А руки у нее тоже связаны. И руки. Влад, развяжи руки, разрежь веревки, отправляются туда же в клетку эти веревки. Да, так намного лучше. Хорошо. Вы даете нам разрешение на диагностику и чистку? Она говорит, даю, надеюсь, я правильный шаг делаю. Вы должны быть в этом уверены, а не надеяться. Иначе вы здесь не находились. Хорошо. Если вы видите в клетке, кто находится, посмотрите, пожалуйста, мы еще не начинали работать. И я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Дарьи под ногами. 360 градусов вокруг ними. 1, 2, 3. Сканер сканирует систем тонких тел Дарьи. Находит все. На нем вышли сразу инкуб и бес, который в паре работает. Инкуб и бес работают в паре. Хорошо. Дальше. Лизард и красный дракон. Лизард, красный дракон. Считаю дракона цифры над головой. 842. Снимаются все маски, голограммы, все сущности. Предстают согласно своему эфирному коду ДНК. Кто-нибудь изменился? Пришел арахноид, ответственный за колокол и всех маленьких арахноидов. Арахноид, а что ты себе позволяешь вот этим колоколом? Кто тебе давал разрешение на такое массивное воздействие в биополе человека? Он кряхтит, он как старый говорит. И что? Ты устроил вот эту ситуацию, которая сейчас происходит? Он говорит, что это последнее потомство, которое я смогу произвести. Сколько тебе лет в человеческих годах? Он говорит, что я истощил тебя. Так сколько тебе лет в годах? Цифра идет 32 тысячи. 32 тысячи лет. Ну, можно и устать за столько времени. Хорошо. Так, колокол это арахноида. Кто связал ноги? Подожди, этот арахноид, он с цифрами не может реагировать. Свое потомство он знает по другим. Свое количество потомства он знает по другим параметрам. Ага. Ну ладно, оставим этот вопрос. Итак, кто связал руки и ноги? Без. Считай герцовку беса над головой. 9. А зачем такое сделал бес? У тебя есть основания такое делать? У тебя есть контракт какой-то? Он говорит, я ей делал хорошо. Алкоголь показывает. Алкоголь показывает. Душа расслаблялась. То есть ты ей наливал там, да? Кивает. Ладно, хорошо, начинаем с реверса энергии. Я даю команду тонкой копии Дарьи спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную и патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились, в сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей негативной, низковибрационной, патогенной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Дарье. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним.
выстраиваю канал к этому колоколу и к этим веревкам, и реверсом отдаю весь негатив, который получила Дарья от этих артефактов. Пошел процесс. Сколько ты находился в биополе, арахноид? 7 лет. 7 лет. Красный дракон, сколько ты находился в биополе? 2 года. 2 года. Лизард, сколько ты находился в этом биополе? 4. 4 года. Где ты сидел? Сердечная чакра? Да. Хорошо. Бес, сколько ты находишься в биополе? 6. 6 лет или месяцев? 6 лет. Инкуб, сколько ты находишься? Чуть больше 6. Значит, инкуб привел беса, да? Ага. Понятно. Хорошо. Ждем окончания реверса. Легкая добыча. Они ее водили по струнке, как говорит инкуб. Объясни, почему ты ее считаешь легкой добычей? Мне просто интересно. Какие черты, что там такое, что и бесу, и инкубу нашлось место? Там что, идет какая-то безудержная энергия, постоянный негатив, постоянно что-то... Что там? Объясни. Стержень слабый. Стержень слабый. Куда потянешь, туда и идет. Это как понимать? Безволие или как? Или нету... Развития и осознанности нет. Нет развития, нет осознанности. Он говорит это про момент, когда он подключился. Входил. Да, я понял уже, да, на тот момент. А сейчас все же хуже стало или как? Или вам хуже стало? Они подстроили под себя. Угу. Мелкими шагами она ходила. И они показывают, как тонкая такая полоса, по которой она идет, боится свернуть куда-то. Вот как. А эти мысли о самоубийстве, чья это работа, твоя без? Да, это его работа. А что ты ей такое внушал? Что у тебя основание было, что она действительно пойдет на этот шаг? Эта мысль всем приходит в голову когда-то. Ну, хорошо. И ты решил, так сказать... И я могу усугубить, ага. Затянуть. Значит, думаешь, с помощью других методов. То, что ты можешь, я знаю, что ты можешь. Ты не первый бес, который... Алкоголя, мыслей. Вот. Сомнений. А еще лучше в сочетании всех этих факторов одновременно, правильно? Это мы и делали. Хорошо, и когда одно на другое накладывается, когда-нибудь действительно появляется такое, которое ты ей транслируешь. Я правильно понимаю? Да. И через веревки ты транслировал или как ты делал? Они вдвоем работали. Ах, на пару? Из одного вытекало другое. Интересный какой симбиоз. Реверс закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы, и в порядке реверса Дарья забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Все, что не похитили, все, что не изъяли, до последней капли возвращает Дарья себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Бес, а курение тоже твое, да? Пить и курить? Или курение не... Ах, вот как. Понятно. Привычки, привычки. Ну, пить и курить – это, в принципе, две разные вещи. Если курить – это безволие, то пить – там уже болезнь. Понимаешь, тут есть свои нюансы. Это просто разный уровень и тяжесть. Понятно. Курить можно разные препараты. Тоже верно, конечно, можно разное курить. И алкоголь можно пить по-разному. Поэтому тяжесть играет огромную роль. Для этого я и здесь. Первоколичество, а потом тяжесть. Я думаю, ты не зашел бы на одну рюмочку или бокал вина и на одну сигарету, если бы человек ее в себе позволил. Но если там пока дно не увидится, то это твое, я полагаю, правильно? А я и говорю, сперва количество выпитого количество. И выкуренного, а потом тяжесть продукта употребления. Понятно, это твой золотой час. Хорошо, скажи мне, бес, есть ли в ее биополе лярвы? А как же? Она еще такая молодая, у нее уже есть лярвы. Это мы вырабатывали. А где они находятся? Инкуб старался. Где они находятся? К зеркалу ее подводил без конца. Да ты что, и что от этого будет, когда инкуб подводит к зеркалу без конца? Человек начинает с тобой любоваться. Недостатки показывал ей. Ах, вот. Вводила ее постоянное недовольство.
Вот как. И она считала, что в этот момент, что она перфекционист и очень строго к себе относится. Правильно я понимаю? Они смеются. Ну ладно, ответьте мне уже на вопрос, если мы уже здесь говорим. Кивает. Понятно, хорошо. Вот так это все происходит. Ладно, бес, ты хочешь эти лярвы получить? Лярва у нее на груди. Она собирала там весь негатив. Как раз там. Удовлетворенность собой. А там лизард у нее прямо на сердечной чакре сидел еще дополнительно. Какое воздействие интересное. Итак, бес, ты не ответил, ты хочешь лярвы или нет? Кто ж не хочет лярвы? Конечно, хочу. А что, инкубов лярвы вообще не интересуют? Я еще ни разу не видел, чтобы инкуб хотел лярвы. Уже столько сотен инкубов видели. Или им не интересны лярвы? У него другое направление. Да, мы знаем его направление. Ладно, хорошо, будет отдельная команда, я тебе ее дам, когда ты все будешь снимать. Я тебе дам отдельную команду на лярвы. Еще вопрос. Интересует эмоциональный фантом? О, да, эмоции. Хорошо. Ну тогда жди, когда мы дойдем до этого момента, я тебе все это в дорогу отдам. Поехали, ждем. Эмоции там прыгают. Ну за 6 лет ты должен уже это знать. Я не то, что знаю, я ими управляю. Трудно возразить пока. Реверс закончится. Хорошо, поехали дальше. Так, реверсом мы все убрали. Давай тогда начнем с арахноида. Арахноид, выходи и собирай все, что у тебя еще осталось в биополе Дарьи, если что-то есть. Осталось незамеченным, может, какая-то иголка. Посмотри внимательно. Отсоси всю жидкость, которая там осталась. И возвращаясь в клетку, докладывая готовности к проверке. Проверка будет у нас проходить несколько миллионов герц. Я не рекомендую что-то забывать случайно или нечаянно, потому что по каналам вы можете сгореть в этой клетке, чего я никому не желаю. Приступай, арахноид. Он проверил все, когда говорил, там ничего нет, сканер. Сканер все вывел. Молодец, сканер. Хорошо, красный дракон, выходи. Отключай все свои платы. Ничего не забывай, возвращайся назад. Приступай. Красный дракон, а что ты транслировал через третий глаз? Он почему-то показывает, что он ее как заливал своей энергией. Красный. И она горела? Да. Что она чувствовала? Возбуждение. И он, получается, менял свои энергии на энергии третьего глаза. Ах, вот как, ты еще свои энергии туда подмешивал. Красный дракон, а не запрещен ли это прием? Он говорит, что я молодой, мне нужна энергия. Да? А если ты такой молодой, такой неопытный, кто ж тебя научит? Достаю печать дракона, включаю на полмощности. Вот это он не ожидал никак. И это еще ничего. Да, он понял все. Убираю печать. Это насчет того, что я молодой, и мне надо питаться. Вот я тебе скажу тоже, я тоже молодой, и мне надо испытывать свои оружия. Если ты еще раз в таком тоне или так ответишь безапелляционно, не понимая того, что ты делаешь в биополе, не понимая, какой ты вред наносишь человеку, оставя свои собственные личные интересы впереди этого, я на тебя буду воздействовать. И мне все равно, что ты молодой. Он забрался. Лизард, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил, отключайся полностью, жидкость не забывай. Приступай. Сердечная чакра, да? Да, он в сердце. Лизард, ты делал из нее хамелеона? Ты ее подстраивал под различные ситуации? Тоже чувствами пытался он. Сердечной чакрой, переживаниями. Ну, просто сочетание Лизарда с этими другими интерферентами, все это становится в два раза опаснее. Это же сказал бес, что не он показывает наверх, говорит, да, что мы редко пересекаемся, да, с энергиями космических. Оно, Лизард, это то, что надо в нашем тандеме. Я часто вас встречаю вместе с Лизардами. Вот. И я точно так же знаю, что с космическими вы отлично вместе работаете. Может, на твоем уровне ты редко встречаешься, но высокогерцовый... Он имеет в виду, что они в паре, как с инкубом, не работают. Но здесь Лизард подыграл, да. Понятно. Значит, у вас какая веселая компания была. Хорошо. Ждем, пока Лизард все вытащит.
Было всем на пользу. Опять же, они не работали как с инкубом, но всем на пользу шло это эмоциональное состояние. Я говорю, было бы у людей такое, такая гармония, как они между собой находят. Он вынес. Это как его место там вытащило. Отключился. Никакой жидкости не осталось. Хорошо, на инкуб выходи. Отключайся. Снимай свои ленточки, полоски, ошейники. Что там оставил в биополе? Посмотри. Но он придирался во все, вплоть до одежды. Крутил ее со всех сторон. Так это лизард был. В смысле, это инкуб. Это инкуб, я понял. Это инкуб был, который... Ну да, он же подводил ее к зеркалу, указывал ей постоянно на все недовольства, да? Которые да. Можно... Понятно, хорошо. А еще что оставил в ее биополе? Есть там какие-то артефакты? Ну, он снимает с шеи, начинает, снимает. Да. Ошейник. Ошейник кожаный такой, на кнопке. И дальше корсет идет? Ну, больше полоски такие кожаные по телу. Да. Одет он на ней полностью, снимает тоже руки. И хорошо она тебя слушалась, инкуб? Или были моменты, когда она могла тебе противостоять? Она упустила эти моменты. Они были, но она не заметила, да? Или не воспользовалась? Как мне это понять? Она на самом начале относилась легко, а потом уже не могла. По-другому, так как эмоциональное состояние да. зависело от этого. И ее настроение, проще говоря. А настроением там достаточно кому было управлять, судя по тому, что я вижу. Он снял. Хорошо, у нас остался бес. Бес, выходи. Сначала снимай все, что ты оставил. Если что-то осталось, расскажи мне, как оно действовало. Он ей давал команды. Например, смирно. И у нее на руках вот эта красная энергия его. Колготки. А еще какие команды, кроме смирно, ты мог давать ей? Любые. Показывает алкоголь. Но алкоголь ты включал по часам или это было, когда тебе необходимо было? Мы просто встречались с бесом, который там 19.05 любил включать желание у человека на алкоголь, и он не мог ничего с собой поделать, бежал, покупал этот алкоголь, если 19.05 было. Тебя точно так же? Нет. Хорошо. От настроения. О, креативно. Хорошо. А настроением я завидую. Опять-таки трудно как возразить. Все снял. Хорошо, ты все снял, бес, я разрешаю тебе забрать все лярвы, которые находятся в ее биополе. Ничего не забывай. Приступай. Готов. Хорошо, значит, у нас все забрали. Пока мы общаемся, кто из присутствующих находится еще в доме, где живет в квартире? Дарья. Арахноид. Арахноид, хорошо. Остальным и здесь хорошо было. Бес, ты в курсе, там есть свои интерференты в квартире? Конечно, будут, как и везде, но утверждать не буду. Мне здесь неплохо. А порталы там есть? Ну да, такой вопрос. Конечно, есть порталы. Хорошо. Порталы есть, показывает, как он их чувствует. У нас не было заказа на квартиру, поэтому я ничего не могу сейчас сказать. Единственное, что я могу сказать, это арахноиду рекомендовать. После того, как я отпущу его на его чистоту, вернуться, забрать все, что он оставил в этой квартире. И уйти, пока порталы открыты. Потому что если мы получим заказ на чистку квартиры, я обнаружу арахноидов опять, повторно в этой квартире, то я боюсь, будет очень большие неприятности у вас. Поэтому я пока рекомендую просто услышать меня. Реверс закончился. Не реверс. Рассинхронизация. Да. Включая внутренний белый свет Дарьи 1, 2, 3. И этим светом Дарья выдавливает из всех своих семи тонких тел все негативные патогенные эмоции, энергии, вибрации. И остатки от энергии интерферентов. Все это выходит, формируется перед ней в шар. С нее как пыль такая слетела. Вот как. А что это за пыль? Эмоции. Ее эмоции. Понятно. Хорошо. Большой шар? Как мячик. Понятно. Бес, это же не твоя чистота? Нет. Хорошо. Открывая под шаром портал галактической дыры, шар уходит на переработку. Закрывая печать и растворяя, даю сканеру команду на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо, все прошли проверку, начинаю тогда отпускать, но сначала отобью каналы, подхожу к Дарье, помогая моей энергии сделать импульс высокой вибрационного шока удара, отсечь все каналы, каналы отлетают, 1, 2, 3, удар. Открывается портал в галактическое ядро, каналы улетают на переработку, закрывай, печатывай, растворяй. Готово.
Хорошо, выходит эмоциональный фантом Дари и проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкие аббрационные эмоциональные энергии. И же сгенерированное проецируется на ее эмоциональном фантоме. Немного, слезы там тоже есть. Хорошо, Дарья, я хочу, чтобы вы посмотрели на этот эмоциональный фантом. Это все энергии, которые вы сами сгенерировали. Это все негативные энергии. Вы готовы с ними расстаться? Она готова, да. Хорошо, сворачиваете энергии в шар, без забираешь? Она не хочет ему отдавать. Она говорит, я бы хотела сбросить. Хорошо, без. Ты услышал, хозяйку, открывается портал в галактическое ядро, и этот фантом, и эти энергии уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, буду отпускать. Без готов уходить? Он недовольный, да, он готов уходить. Тебе стоило ожидать, что за 6 лет человек все-таки понял, что ты делал, и ему сейчас многое понятно становится. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Без 1, 2, 3. Без забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя, став огненную пентаграмму. Готово. Инкуб готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба 1, 2, 3. Инкуб забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Лизард, больше не появляйся. Все понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Лизарда 1, 2, 3. Лизард забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо, красный дракон. Я хочу получить это слово красного дракона. Что ты больше никогда в это биополе не зайдешь. Ни в мыслях, ни на деле. Все понятно? Даю слово. Отлично. Хорошо, готов уходить? Да, готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте красного дракона. 1, 2, 3. И красный дракон забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Арахноид, ты меня услышал. Готов уходить? Готов. Никаких новых подключений. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида 1, 2, 3. Арахноид забирает все свое потомство, все, что он принес, и уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Но он забрал этот инкубатор в виде колокола. Ну, понятно, пусть он забирает. Готов. У нас остались одни веревки там, да? Или их без веревки забрал? Остались. Веревки остались. Под закрой, закрой за ним портал. Закрывая, печатая, растворяя. Арахноиды поналетают. Хорошо. И под веревками, открывая портал в галактическое ядро, веревки уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Клетка пустая. Поехали дальше. Готово. Хорошо, Дарья, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Прекрасно чувствую. Искры чувствую. Вибрирует энергии. Наполняет. Я готова к встрече с куратором. Надеюсь, вы сейчас изменили свое мнение, когда в начале сеанса говорили, надеюсь, я приняла правильное решение. О, да. Отлично. Хорошо, у нас остались 10 вопросов к куратору, и сейчас мы будем вызывать вашего куратора. И я делаю запрос в энергоинформационном пуле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Дарьи. Это мужчина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Дарьи. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. У нее такие же энергии, как у нее. Я приветствую всех в этой комнате. Мое имя Корнер. И я благодарю вас за то, что вы пригласили меня на эту встречу. Благодарю вас, уважаемый Корнер. Вы куратор или учитель? Я куратор. И позвольте, поскольку мы уже увидели родные энергии, приветствовать в нашей комнате диагностики представителя Альдебарана. Нам очень приятно. Благодарю вас. Я счастлив находиться здесь. Замечательно. Нам уже приходилось встречаться с вашими представителями. Мы очень рады, что вы снова пришли. Итак, начинаем с первого вопроса. Уважаемый Корнер, я не знаю, может быть, вам чуть больше времени надо для того, чтобы ответы правильно сформулировать. Но просто я прошу вас, когда вы закончите свою мысль, скажите «я закончил». И тогда мы будем дальше переходить, чтобы я вас не перебивал. Я буду стараться донести информацию в полной мере. Благодарю вас. Начинаем с первого вопроса, уважаемый Корнер. Итак,
Какой уровень моего высшего я? 9. Но ты легко можешь перейти на 10, развиваясь. Продолжай. Благодарю вас. Второй вопрос. Чем я занималась до воплощения на эту землю? Развитием, саморазвитием. Проводила много времени в библиотеке, изучая историю Земли и разные ситуации по программам других душ. Я закончу. То есть подготовкой к этой жизни. Я благодарю вас, уважаемый Корнер. И мы можем переходить дальше к третьему вопросу. Работая в какой сфере я могу быть максимально счастливой и полезной людям? Подождите секунду. Пожалуйста. Я хочу добавить к второму вопросу. Мне пришла мысль, что этот вопрос был общий, а не конкретное время перед воплощением. Ты работала с информацией, информационным каналом знаний на Либаране. Это по-другому библиотека. Но у нас это выглядит платами из энергии, плотных, переливающихся, как алмаз. И там все в памяти находится, да? Да. Замечательные технологии. Вы закончили? Да. Я благодарю вас. Переходим к тогда... Третьему вопросу. Работая в какой сфере я могу быть максимально счастливой и полезной людям? Думаю, работая там, где ты знаешь, работая с информацией, передавая ее, сохраняя ее, тебе будет уютно и радостно. Информативные структуры. Я закончу. Я благодарю вас, уважаемый Корнер. Перехожу к четвертому вопросу. Как найти свое предназначение? Слушать себя, доверять своей интуиции, понимать, какое направление тебе интересно. Здесь вопрос поставлен, не учитывая основного факта экономического, который очень важен на вашей земле. Очень часто настоящий интерес вы засовываете, если это не грубо сказать, глубоко внутрь. И делайте что-то, что вам не нравится, для того, чтобы ваш экономический вопрос был решен. Настоящее же дело ждет вас где-то в глубине. Не у всех получается осуществить это настоящее дело и быть счастливым. Я закончил. Благодарю вас за этот ответ, уважаемый Корнер. Я перехожу, с вашего позволения, к следующему вопросу. 5. Как я могу искренне полюбить, понравиться себе? Понять себя, понять, откуда ты, принять свои таланты, которые внутри тебя, почувствовать их, сделать шаг навстречу себе простыми словами. Здравствуй, моя душа, я люблю тебя. Прочувствовать это, проговаривать это, удерживать, представлять энергии и свой стержень. Когда твой стержень будет биться в унисон с твоим сердцем, тогда ты начнешь понимать свою ценность и не допускать никого до своей души, а оберегать свой стержень. Но начинать нужно с самого малого — обращения к самой себе. Благодарю. Благодарю вас за этот замечательный ответ, уважаемый Корнер. Я перехожу к следующему вопросу. 6. Как находиться в гармонии с собой и со своей душой? Ты не можешь находиться в гармонии, если ты не чувствуешь свою душу внутри себя. Обратись к ней, и она ответит, как я уже сказала это в предыдущем вопросе. Ты будешь чувствовать это как определенный орган, как мышцу, которая может болеть, радоваться, смеяться и быть счастливым. Это состояние, которое ты испытываешь сейчас в своей тонкой копии. Много уделила внимания своему биороботу, любя и ненавидя его. А теперь тебе нужно сбалансировать твою душу, развить ее, как я уже сказала, нарастить как мышцу, полюбить свои энергии, хотя их нельзя не любить. Это то, из чего
состоит твоя суть. Их нужно просто понимать. Если придет это понимание, ты сможешь наращивать его и расширять. Я закончу. Я благодарю вас, уважаемый Корнер. Перехожу к следующему вопросу. 7. Как мне достичь такого состояния, чтобы встретить своего мужа или молодого человека? Заниматься собой и своим развитием, повышая свои вибрации на осознанном уровне, ты повышаешь возможность встретить того, чьи вибрации совпадут с твоими. На сегодняшний же день твои вибрации касаются лишь твоего физического тела. У тебя много работы впереди. Как я уже сказал, займись своей душой и наращивай свое развитие как мышцу. Чем больше знаний ты получишь с разных источников, проанализируешь их, проживешь, тем понятнее тебе будет твоя суть, твои энергии, их значимость. Тем лучше ты сама будешь видеть партнеров и понимать их суть и нужность общения. Я закончу. Благодарю вас. Восьмой. Я же добавлю нужность или ненужность общения. Тоже важный фактор. 8. Вопрос. Как быть максимально близко душевно с родителями, братом и сестрой, когда мы на расстоянии, и не потерять эту связь? Если ты несешь радость и уверенность, ты не можешь потерять эту связь, потому что эти вибрации передаются тем, кто их ждет и любит тебя. Эта связь двухсторонняя. Не может быть связи с одной стороны. Односторонняя связь когда-то прерывается. Я бы сказал, угасает. Лишь связь двух сторон может гореть долго и существовать. Гореть, я имею в виду искры радости, зная, что человек существует и несет радость. Тебе бы я посоветовал жить в мире и спокойствии с тобой и не беспокоить. Неправильно сказал, не давать повода для беспокойства своим родным, не привлекать внимание к своим проблемам, а прорабатывать их в себе и вырастать из этих проблем. По-другому вы называете это стать взрослым, делать первый шаг, интересоваться, прощать, принимать. Позитив очень важен в общении. Когда ты позитивен, человек притягивается к тебе сам. Это очень важно для общения. Но, как я уже сказала, общение — это двухсторонние отношения и радость. Благодарю. Благодарю вас за этот ответ. Еще важно, безусловно, взять ответственность за свою жизнь в свои руки. И от этого все истекает. Анализируем. На первом месте. На первом месте, конечно. Благодарю вас, уважаемый Корнер. Я перехожу... Прошу прощения, перебью тебя. Я лишь хочу добавить в этом, прояснить в этом вопросе один момент. Когда я говорю, что ты должна не привлекать внимание к своим проблемам, это не значит, что ты должна скрывать что-то. Нет. Это именно то, что ты сказал. На первом месте. То, что ты прочитала в манифесте. Ты переносишь энергию из твоей души на человеческое тело и берешь ответственность на себя за свои действия и энергии. А родные люди не должны скрывать радость и грусть, но нельзя специально переносить негатив. Скидывать этот негатив. Правильно, это я имел в виду. Благодарю вас, уважаемый Корнер. Человек, который ответственен, не будет делать такие вещи, поэтому я не упомянул это. Ну, вы сказали правильно, взрослеть, а становиться взрослым — это значит автоматически не повторять этих детских ошибок. Именно так. Не переносить негатив на людей, которые тебя любят, потому что это очень отражается на них. Они начинают беспокоиться лишний раз. И ничем помочь не могут. Ни они не могут ничем помочь, ни ты не можешь помочь себе, скинув этот негатив.
Поэтому мы и дали в этой чистке инструмент выдавливания шара с негативом, который в течение дня у любого человека вольно или невольно накапливается. Вот. Если она этим будет заниматься регулярно, она просто не будет накапливать себе эти энергии. Мы видели у нее, сегодня лярву одну убирали, вот она была накопленная, в районе сердца у нее была лярва, которая, вот она не умеет сбрасывать этот негатив, он в ней присутствует. Очень прекрасная техника. Она работает, и точно так же мы ей порекомендовали каждый день заправляться своими родными энергиями, назвали ей цифры, показали процедуру, как это все пропускать через себя. Обязательно нужно это все визуализировать, и только все вместе и приведет ее к тому, что она так долго ищет – счастье. Замечательно, я не зря привел ее сюда. С вами очень легко общаться, уважаемый Корнер. Благодарю вас за то, что вы слушали. Вы хотели что-то еще добавить или можем переходить дальше? Переходим. Девятый вопрос. Как перестать переживать по мелочам и сфокусироваться на главном? Ну, для начала нужно знать, что такое главное. Потому что мелочи играют огромную роль в нашей жизни. Иногда именно из мелочей состоит главное. То есть нужно сделать кучу мелочей, чтобы получить главное. Подготовить много деталей и очень скрупулезных работ, чтобы получить главное. Не нужно беспокоиться. Слово «беспокоиться» нужно заменить на слово «проработка» и «терпение». Мелочи, они очень важны. Детали – это изюминки в нашей жизни, которые должны присутствовать. Вопрос в том, как ты к ним относишься – с терпением, уважением, проработкой, получением знаний или волнением, отторжением, и считаешь их чем-то ненужным и суетливым. Тогда эта суета вибрационно накапливается вокруг тебя и делает стену между тобой и главным, как ты говоришь. Не нужно создавать эту стену, нужно прорабатывать детали. Начиная прорабатывать одну за другой, ты можешь удивиться, что следующие мелкие детали просто растворяются, исчезают, открывая тебе путь к главному. И я закончу. Очень интересный ответ. Вы закончили? Можем дальше идти? Пожалуйста. Последний, десятый вопрос. Почему мне так тяжело и кажется, что все, что я делаю, это или большой труд, или большая ошибка? Любая жизнь – это большой труд. Я не вижу здесь ничего нового. Жизнь пройти, не поле перейти. И еще много таких примеров, образованных на Земле биороботом. Я бы посоветовал подбирать правильные слова. И тяжесть, и труд. Можно тяжесть. Прочитай вопрос еще раз. Я повторю. Десятый вопрос. Почему мне так тяжело? И кажется, что все, что я делаю, это или большой труд, или большая ошибка. Тяжесть может выдавливаться точно так же, как и негатив. Ошибка, тяжесть – это все неправильные слова. Их можно заменять на проработку, терпение, опыт. И тогда жизнь будет складываться из опыта, получения знаний на основании опыта, терпения, требующего для этого опыта, для прохождения этого опыта. И жизнь не будет видеться в твоих глазах как тяжесть и ошибка. А для этого нужно развитие. Как я уже сказал, получение разной информации, употребление правильных слов, потребляя правильные слова, расширяя свой кругозор, ты наполняешься, как я уже говорил выше, нужными другими энергиями, анализируя информацию, получаемую тобой, ты укрепляешься в мысли правильности и неправильности полученной информации, чувствуя это сердцем и душой. Этим самым ты повышаешь вибрации, меняя свою жизнь и беря на себя ответственность за то, что ты говоришь, делаешь, знаешь и несешь в этот мир. Благодарю. Уважаемый Корнер, мы закончили. У нас вопросов больше нет. Если вы хотите сейчас активировать ее стержень или что-то от себя добавить, это был бы самый лучший момент.
Все энергии активированы, они искрятся тонкой копией Дарьи, наполняя ее счастьем и радостью. Какой замечательный сеанс. Очень интересно было с вами общаться, уважаемый куратор Корнер. Еще один нюанс остался, о котором вы не знаете. Возможно, в нашей комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, самыми сочными и спелыми ягодами, которые только есть на Земле. 1, 2, 3. Мы спрашиваем уважаемого куратора Корнера, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок от нас всех в знак благодарности за его помощь, за эту замечательную встречу и за его ответы, которые наверняка помогут Дарье в ее дальнейшем развитии. Безусловно, я принимаю ваш подарок, и это прекрасное дополнение к этому сеансу. Я лишь могу показать, как выглядит моя энергия счастья, что в даре я могла видеть и переносить, визуализировать это на себе. Мой стержень начинает искриться от радости, становится плотным внутри меня. Это именно я и говорил. Моя душа радуется внутри. А я чувствую ваши вибрации, даже здесь на Земле находясь. Именно так. Они расходятся в разные стороны. Это то, что ты можешь проецировать изнутри энергии Альдебарана. Благодарю вас за этот прекрасный подарок, за эту прекрасную встречу. Благодарю Дарью за то, что она услышала меня. Вы достучались до нее. Мы еще заметили, даже ее душа просила, и в душе больше. Это было необходимо для своего развития. Этот сеанс очищения. Мы благодарим вас на этом месте. Передавайте, пожалуйста, привет Альдебарану от нас. Мы рады всем представителям Альдебарана, до кого кураторы достучатся, и готовы открыть им двери в новую жизнь. Несомненно, передам. Благодарю вас еще раз. Благодарю и до скорой встречи, я говорю. Всего доброго. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Отлично. Дарья, мы закончили встречу с вашим куратором Корнером. У вас есть что-то добавить по поводу встречи? Вам понравилось? Вы все поняли? Я вся трепещу изнутри. Во мне все искрится, во мне много информации, которую нужно проработать. Я счастлива, что нахожусь здесь. Благодарю вас за эту встречу. Во благо. Мы очень рады, что смогли вам помочь. Не забывайте, что вся работа только сейчас предстоит. Она лежит перед вами, эта работа, но это очень интересная работа. И ваш куратор Корнер объяснил, как, что вам нужно сделать для того, чтобы достичь того, что вы себе запланировали, и как избежать определенных состояний. Хорошо, будем возвращать вас сейчас назад в вашу систему биоробот-душа, для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план, и вы их прочувствовали на физическом уровне. И для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Дарьи в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Я на месте.